Решим задачу под номером 26620 из открытого банка задания ЕГЭ по математике. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 750 рублей после понижения цены на 10%? Первое действие. Найдем в рублях, насколько произошло понижение цены. То есть вот эту скидку найдем. А это значит, нам необходимо найти для скидки 10% от первоначальной стоимости тетради. Значит, надо найти 10% от 40 рублей. Как найти 10% от 40 рублей? Нужно 40 умножить на долю, определяемую 10%. 10%. Как найти долю, которую определяют 10%? Надо запятую перенести на два знака влево. Получается 0,1. Таким образом, надо 40 умножить на 0,1. Умножаем 40 на 1. Это будет 40 и один знак после запятой. Значит, получается 4 рубля. Такова скидка. То есть на 4 рубля тетрадь будет стоить дешевле. Второе действие. Нам необходимо найти новую стоимость с учетом понижения цены. Первоначальная стоимость 40 рублей. Вычитаем скидку в 4 рубля. Получается 36 рублей. Такова новая цена после понижения цены. Новая стоимость тетради. Следующее действие. Третье действие. Надо разделить 750 на стоимость 36 рублей, новую стоимость тетради. Причем деление нужно, результат деления записать с недостатком. Сейчас будет понятно почему. То есть надо будет округлить до целого числа в меньшую сторону. 750 делим на 36. Получаем. Давайте сократим. Сократим на 3. Получается 75 на 3 это 25, да еще 0. То есть получается 250. А 36 на 3 это 12. То есть нам необходимо 250 разделить на 12. Разделим 250 на 12, ну, например, в столбик. Вот здесь давайте поделим. То есть 250 мы делим на 12. 25 на 12 берем по 2, получается 24. Вычитаем, получается 1. Сносим 0. 10 на 12 не делится, значит ставим 0. Далее. Больше сносить ничего не будем. Запишем результат деления как 20,10. В остатке 10, значит 10/12 остается. 20,10. Ну или можно сократить на 5 еще, хотя это не обязательно. 20, вернее не на 5, а на 2. Получается 5/6. И теперь в ответ нам нужно записать результат деления, то есть частное, с недостатком. Это значит округлить полученное число до целого в меньшую сторону. Почему? Потому что нам на 21 тетрадь не хватает. Нам хватает на 20 целых тетрадей, да еще 5/6 тетради. Но 5/6 тетради никто не продаст, поэтому мы можем купить только 20 целых тетрадей. Округляем до целого числа в меньшую сторону. Это значит в ответ мы должны записать число 20. Пишем ответ. Ответ 20. Задача решена.